Здравствуйте всем! Привет всем, ребята! Сегодня 2021 год, 13 января, и мы сегодня в городе Красноярске пришли в Чебуречную. Ребятки, я не знал, что есть чебурек с сосисками. Я обалдел! С сосисками! А есть, представьте, с нутеллой и бананом. Мы еще попробуем, оценим, продегустируем на вкус аромат. У нас компания просто балдежная. Можно назвать как команда балдежа. Мама, батя, батя, папа, отец, батя, Егор, Митя, Катенька, да, Катя? Да. ЖК Мушаляй, мой брат, Владос, друг, Егор. Вся балдежная компания приехала за чебуреками в Красноярск. Не, ну не только за чебуреками, мы вообще-то в Москву полетим. Но зашли обязательно, ну, потому что здесь не побывали. Как это вообще? Не специально приехали, а пока побыли здесь и приехали за чебуреками. Вот. Ну, нормально. Чебуреки с сосисками, это топ. Как это назвать? Ужин в городе Красноярске. Ужин в городе Красноярске в чебуречном чебурек. Чебурек ми. Чебурек ми. Заведение. Ну, а при чем мы это? Мы просто зашли перекусить чебуреками. Да, Владос? Да. Не, просто заведение называется чебуреками. А, мы зашли. Да, за чебуреками. Да. Вот. Так что... Я тоже наелся чебуреком. Ага. Да. Вообще. Так стоишь для того, что вот в живот уже много. Не, я еще попробовал. Чтобы побольше влезло. Чтобы больше влезло. Ну, получается, компания вообще балдежа. Я люблю сосиски. Многие знаете, я кайфую от сосисок. Просто это даже лучше пивка. Вот. Ты просто привык. Он кушал красным. Вот. А это. Как называется? А еще запить никто не попить. Ну вот, бери. Откройте, пожалуйста. Бери. Так, ну, а что? Бери колу без сахара. А где без сахара? А вон там. Коли кофеина нету? Вот, а, вот. Нет, есть. Кофе кофеина нету? Коли есть кофе, тогда бери спрайт. Тогда спасибо. Давай фанту. Или фанту. Или спрайт. Холодную. Да, вот так что, ребятки, мы хотели пообедать, конечно, пообедать, но мы не успели, потому что мы пока ехали туда-сюда. Мам, куда ты откроешь? Я сам умею, ну давай, подержи. Ты же с чебуреком, тебе неудобно. Вообще-то у тебя тоже чебурек был. Вкусно, да? Так, ребятки, всем хорошего дня, удачного вечера, великолепное безупречное времяпрепровождение, балдежа счастья. Это с сосисками, мы еще попробуем с бананом, сейчас найдем, остренький найдем. У нас еще время много, да? Конечно. Главное, чтобы в животе места было много. Да? Да. Сейчас тебе подметим. Мама вот улыбается, очень довольна. Потому что чебуреков вообще... съела 9 штук. Бананов, я половину съела. Вот, все. 9 чебуреков, мама и довольна. Да. Да. А батя только один. Еще дома съем столько же. А батя только один. Мне только один достался. А есть микрофон. Еще... Нормально? Все нормально. Будет вечер и будет пища, как говорится. Пальчик оближ. Также можно спокойно здесь закусить и выпить. Вот вам-то важно. А я попробовал. Вкусно. А, ну так вам. А, тут, в принципе, тут много на. Ну, на обоих хватит. Вот. Ну, короче, тут тепло. Конечно, круто на свежем воздухе. Там прям освежает, там прям обдает свежестью и такой аромат, но здесь тоже хорошо. Здесь меньше остывает. Особенно когда это горячий, сразу же вышел на мороз. На морозе, да? Угу. Горяченький. Прям как будто как раньше на ярмарке. Ужин. Вышел сразу же, а потом зашел опять сюда. Ребят, вот. Как лучше назвать видео? Ужин чебуреками в городе Красноярске. Ужин чебуреками в чебурек. В городе Красноярске в чебуречной. Так что чебурек — это новое искусство, просто когда едешь на автобусе, едешь на поезде, останавливаешься, там какая-нибудь бабушка бежит, да, в какой-то тележечке, она тебе чебурек, потом от нее убегаешь, да, она тебя не догоняет, но это круто было, вот что бывает. Да? Главное, здесь поужинаешь и уже, как говорится, и готовить дома не надо, всегда уже сытый. А мне нравится в железных банках, ребятки, если что, в основном выбирайте в железных банках,
то, что, ну, понятно, я узнаю то, что и пиво, и все в железных банках, вот одна фирма, один объем, железных дороже. Но переплачу, знаешь, зачем? За кайф того, что оно холодное, освежающее, правильно? Ну, чем в пластике, да? Конечно. Вот, мне нравится вот вообще металл. И тут можно подставить. Что, Егор? Да, я бэкстейдж снимаю. Я вообще-то только начал, ребятки. Мы еще будем пробовать. О-о-о, сколько! Мама, я и суп поела, дома поем. Остальные дома поем, да. Вы много не съедайте все. Так мы с собой взяли, конечно. Сейчас острый попробуем. Мне тоже достанет. Кстати, Владос, я рассказывал историю, как этот тост поел. Я ожидал то, что обожгусь. А теперь обжигают? Там есть острый, я сейчас проверю, что острее. Потому что обещали то, что это будет очень супер острый халапеньо. Мне кажется, ожидаю и выйдет тост, да? Нет, я думаю, будет острее. Острее, чем ты пробовал вчера тост. 100%. Потому что там было без халапеньо. А попробуйте. Ну, тут такой же фарш, как в своем полуфейте. Как называется? В тосте, да? Отлично. Так. А чуть выше головы. Нормально? Можно еще повыше. Да-да-да, Катенька правильно говорит. Если Катенька говорит, значит все. Немножко вот так на пол, чтобы чебурек был видно. Да, чтобы чебурек вот видно. Вот. То представь один случай, Катенька начала снимать. А потом, короче, я говорю, не так, я взял, у меня фигня получилась. Оказывается, за столом там, стол все было видно, я в руки взял, никто. Вот так что знает, видишь, то еще круче меня. Да, там и стол было видно. А когда я в руки взял, мне не тот кадр. Так, пробуем. Жестко, крепко, да. Остро. Похоже, Митя, знаешь на чем? Когда есть чай на рамен начинаешь. Mm-hmm. Так же начинаешь. Ну, вот как попросил. Ну. Красный, да? Mm? Красный чай на рамен. Угу. Есть остроба. Владос, мне кажется, одинаково. Что с тобой? Попробуй. Да. Ну, там была стабаска, вот, а здесь только... Не, или поострее, просто я что-то не могу разобрать. Раскуси поострее. Я когда-то хочу попробовать 3X Spicy. Лапшу? Лапшу 3X Spicy. Ты привозил мне острюшу, но я хочу 3X Spicy. Еще острее. Представь, можно сознание терять. Ходи. 3X Spicy. Кто не привыкший? Перец призрак. Ну, это атмосфера, просто нечто. Теперь нутелла и банан. Да вон там я тебе дала. Давай, тоже не подожди, нутелла и банан. Я заморался. Классно тебе. Я с кем не сразу буду снять. Побрелся. Теперь нутеллы и банан. Ну как тебе? Ну нормально. Вкусный. Вкусный чай. Нутеллы и банан, чебуря. Егор, ты ел нутеллы и банан? Нутелла и банан я ел, но чебурек с нутеллой и бананом я не ел. Мне кажется, это сомнительно. Я хочу когда-нибудь попробовать, знаешь что? Сделать так, конкурс такой. Например, сядем в пятером, шестером, семером. Короче, селедка. И молоко жирное. И получается, кто сколько продержится. В смысле, съесть надо будет или что? В селедке кусок молока. Потом, короче, через 5 минут жидкой сметаной запивают в противопорцию. А потом еще рыбой. И кто скажет, что... Ну, надо несколько биотуалетов закупить. А что-то я делаю икру, икру там соленую, съем там. Смысл в том, что кто останется на месте последний, тот и выиграл. Что? Кто на месте последний останется, тот и выиграл. А как
понять, ну, это надо плевать или что? Или, ну, да просто... ничего тебе не будет плохо. Это надо на мировом уровне участвовать. Со всех стран. Останешь, не выиграешь. Со всех городов. Так, ну от России у нас есть кто? Сейчас найдем. Как его зовут? Илхом. Вот Илхом возьмем. Кто? Узбекистан, Таджикистан. Да, Киргизия. Киргизия. А почему не бег в конце? А? Потому что нация таджик. Че? Нация, таджик. Вкусно. Так ты таджик или киргиз? Родился в Киргизии, нация просто таджик. Ну то ебано вкусно. Кстати, нормально, необычно. Сосиска топовая, вот это. А там хоть остро, но это как фарш, да. Это мраморный фарш, мраморная говядина, но оно совершенно другое, без перца. Перец, конечно, изменяет вкус чебурека сильно. Но острота вкусная. Ну, само мясо не чувствую вчера. Когда у сильного острова. Больше из всего тебе что понравилось? Какие чебуреки? И сосиски, и вот. Чего бы понравилось? Вкусно все. Ты еще хичины потом дома попробуешь, он, мне кажется, тоже зайдет. Угу. Что, нам пакет несет? Пакеты классные, кстати. Вот. Ну просто. Они не протекают, не промокают. Да, фольгированные. Кого? Через группу просто, да. А, да? Здесь слева, там слева есть команда. А, ну ребятки, вот надо эти тиктока заснять, вот нутовый банан, тут маленько осталось. Вот же водичка. А там же есть вот дома. Ну, если банан. Ну, что-то промочу, академия. Там далеко еще. Ну, смысл дайте еще. Катя, ты мастер, сними меня в ТикТок. Так что, ребятки, в ТикТоке тоже глядите и смотрите. Сейчас ТикТок, ребятки, будет. Так, вот так. Здравствуйте всем, привет всем подписчикам ТикТока. Сегодня 2021 год, 13 января, и мы пришли в чебурек мини, чебурек ми, в городе Красноярске. Я пробую чебурек, который ни разу не ел. Вы больше тоже такой не ели? Это чебурек с нутеллой и бананом. Нутелла — это такая шоколадная паста, да? Да. Вот, получается, там мороз и холод, мы в Сибири, как в городе Красноярске. Сибирь, Россия, кстати, Красноярск знают многие, но не знают, где Хакасия. Хакасия недалеко от Красноярска, мы оттуда приехали на поезде. Нутелла и банан. Ну так топово. И остренькие есть. И мраморная говядина, короче, из обычных чебуреков сделали искусство полное. Хотел бы у себя такие чебуреки? Конечно. Обязательно. Знаешь что, если бы у нас в городе были бы такие чебуреки, мы бы точно с Катенькой туда ходили. Не, если прям на 9-м, если в город не надо. А это прям через дорогу нашего дома. Я бы в дверь не пролазила. Ты бы меня пропихивал туда. Вот так. Еще кусок чебурека остался. Ничего не пополняешь. У тебя такой организм, одно веществ. Что можно жить хоть сколько, и будет 50 килограмм. 40 дней, сейчас пока нет. Все. Открыто. Неприлично, да, наверное, говорить? Вес, да? Ну, как и возраст, да? Представь, у нас какая разница, я 107 килограмм, а Катенька 49. Есть разница? Ну да. Обязана? Конечно. Ну. А сколько вешаешь прилично сам? 95. А его 107. На 10 разница. Ну, так что все заходят нормально. Че, долго ждать? Угу. Че готовится? Всем пока, хорошего дня, удачного вечера, скажем, предупреждение, я попаразим. Ну так, ребятки, тут есть чем запить? Да, буду. Можно запить? Можно полу запить? А, тебе нельзя полу. Не, мне полу нельзя. А тебе вот это. Ну да, а все, мы поели, все равно. Ну пока. Просто не поедем. Вот, попил. Ну давай. Что это, прям? Секунду.
Запись не прервался, что включил, нет? Так не прервался, нет. На автоматическом. Вот, так что вот покупатели тут приходят, мы не отвлекаем их. Они должны сосредоточиться морально. Всем пока. Всем удачи.